Соснин. Один в один остается против Сигурдсена. Не успел Калешин. Соснин. Передача. Попов. Касание играет. И Игнатьев. Гол! Гол забивает Владислав Игнатьев. Неудачно мяч отскочил перед Андреем Диканем. Надо смотреть повтор, но есть ощущение, что это гол, за который Андрей не может сказать, что сделал все от него зависящее. Но какую же великолепную комбинацию разыграли кубанцы. Проход по левому флангу, скидка Попова. Удар Владислава Игнатьева. 2-1 на 54-й минуте. Кубань вновь выходит вперед. Провалился правый фланг у Краснодара. Не успел Калешин, пришлось Сигурдсену идти страховать. В итоге, вот видите, вот такая скидка Попова и удар. Скакнул мяч, конечно, предательским образом перед Андреем Диканем. И помешал ему отразить этот удар. 2-1. Владислав Игнатьев выводит Кубань вперед. Вот он, этот отскок. И тщетная попытка Диканя все-таки выловить этот мяч. 2-1. Вновь Кубань выходит вперед. Ну и вы знаете, по началу второго тайма не могу сказать, что не по делу. Опять Кубань быстрее, резче. Кубань.